Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Представляем вашему вниманию набор для сборки модели ЭКРЭС. ЭКРЭСоплан – достаточно простая модель в сборке, но в то же время весьма интересная при запусках, своим поведением не совсем стандартным, не совсем обычным и возможностью движения на экране. Вот такая вот модель, испытанная, проверенная. Кому интересно, как она себя ведет в воздухе и над поверхностью Земли, видео можете посмотреть по ссылке в подсказках. Ну, а в этот набор входят все необходимые детали для сборки модели. В основном модель состоит из пенопластовых деталей. В этой модели всего три деревянных элемента. Это моторама, площадка под аккумулятор и рамка для крепления сервомашинок. Все остальное – это пенопласт и клей. Ну и начнем обзор с полозьев. Один из основных элементов модели – продольные детали. В наборе идут два комплекта для сборки балок сразу с килями. Они различаются по форме выреза под крыло. На внутреннем слое вырез широкий подобъемный центроплан. На внешнем слое узкая прорезь под плоскую консоль. Эти детали склеиваются попарно. Именно с одной стороны внутренний, с другой стороны внешний слой. И не перепутайте, не склейте две одинаковые детали. Также на килях наклеена сетка-серпянка, которая будет играть роль петель, рулей направления. Здесь сетку можно не отклеивать, можно сразу собирать будет балки. Ну, не забудьте сделать разметку руля направления, чтобы потом не потерять, где он находится. После сборки балок снизу к ним приклеиваются широкие полозья, чтобы модель не проваливалась в снег. И вот две такие полосы тоже будут приложены в комплекте. Дальше переходим к фюзеляжу. В качестве основы идут две боковины с вырезами под обшивку. Также сделаны отверстия под шипы на шпангоутах, на продольных стрингерах. Собирая эту модель, вы уже точно не ошибетесь. Благодаря шипам строго выставите детали в нужное положение. Вот так выглядит продольный стрингер. Расположение шипов здесь немного несимметричное, поэтому поставить его неправильно не получится. Тем более на передней кромке также сделан шип, который вставляется в усиление моторам. Элементы обшивки также сделаны с шипами. Неправильно их поставить не получится. Их три сегмента. Самый длинный хвостовой участок сверху. Это низ капота. Ну, это, соответственно, верхняя часть над мотором. И сзади к ней будет пристыковываться крышка батарейного отсека. Сама заготовка крышки просто прямоугольная. Здесь никаких шипов нет. Но они на ней не требуются. Два шпангоута. Передний пониже и задний с вырезом под шип обшивки. Ну, а на передней здесь ложится крышка, поэтому верхняя часть плоская. Ну и завершают фюзеляжные детали комплект усиления моторамы. Четыре слоя. В первом слое сделан вырез под фанерку крепления самого мотора. Сюда она будет вставляться. И, соответственно, приклеивается не только задней стенкой, но и по бортам. Также сразу хочу обратить внимание вот на этот вырез канала для проводов. Все эти вырезы должны быть с одной стороны склеены. Ну и при склейке по ним ориентируйтесь, потому что нижняя плоскость здесь немножко сделана на скос, а вот этот участок, он ровный. По нему выставляете, а снизу получается, сразу формируется скос под капот, под форму фюзеляжа. Два промежуточных слоя сплошные, тут ничего на них нет. И четвертый слой. В нижней части вырез под шип стрингера. По бокам два шипа для позиционирования на боковинах фюзеляжа. С фюзеляжными деталями закончили. Переходим к крылу и оперению. Стабилизатор идет из одного слоя плитки. Также в нем сделаны разметки под шипы на килях. Неправильно его поставить будет практически нереально. Также на стабилизаторе размечена руль высоты. Его нужно будет вырезать и навесить на скотч при обтяжке.
Само крыло у нас состоит из нескольких сегментов. Основной частью является центроплан. Этот элемент объемный. На нижней части обшивки нанесена разметка под лонжероны. Вот два лонжерончика пенопластовые приклеиваются по этой разметке. Сверху накрывается второй половиной обшивки, тоже из 5-миллиметрового же пенопласта. Если детали сложить, то верхняя обшивка на сантиметр примерно длиннее. Как видите, тут два момента, которые различают верхние и нижние слои обшивки. На нижней есть разметка под лонжероны, и нижняя короче, чем верхняя. Нижняя плоскость должна быть прямой, верхняя изогнутой, поэтому она делается чуть длиннее. После склейки центроплана и установки на краях центроплана хвостовых балок приклеиваются снаружи консоли. Они сделаны из одного слоя пенопласта, их предварительно нужно будет подогнуть, отформовать, и просто в пазы снаружи они вклеиваются. На внешних краях консолей сделаны шипы для установки винглетов. Винглеты остаются плоские, просто вырезаете отверстия под шипы и на шипы насаживаете под углом 45 градусов к консоли. Ну вот, собственно, это вся основная конструкция модели. Но для того, чтобы организовать управление моделью, в комплекте будут приложены три тяги и три Боудена. Обратите внимание, что тяги две одинаковые, чуть покороче они идут на рули направления. Более длинная тяга идет на руль высоты. Все тяги даны с некоторым запасом, но тем не менее старайтесь их не перепутать. Ну и в завершение небольшой пакетик с фурнитурой. Здесь наш брендовый брелочек, три кабанчика, магнитик с жестянкой для фиксации крышки, фиксатор и тяг и резинка для крепления аккумулятора. Вот такой комплект мы вам предлагаем. Если вы внимательно посмотрите наши видеоуроки и по шагам проделаете все те действия, которые мы показывали, у вас получится вот такой интересный и необычный аппарат, который вы можете позапускать на любой открытой, достаточно ровной площадке. Конструктор достаточно простой, собирается буквально за два вечера, и вы можете пойти на природу позапускать вот этот интересный аппаратик. Модель достаточно универсальная. Если полозья усилить, скажем, пленкой для ламинатора, можно будет на этой модели кататься и летом. В принципе, модель должна довольно неплохо ходить по воде, что мы обязательно проверим, как только водоемы растают. Так что собирайте и наслаждайтесь полетами нашего Экроса в любой сезон и в любое время года. Приобрести этот набор вы можете в нашем интернет-магазине. Ссылки будут в описании под видео и в подсказках в правом углу экрана. Переходите, приобретайте и собирайте эту модель. Для тех, кто не может по какой-то причине самостоятельно собрать эту модель, вы всегда можете воспользоваться нашими услугами. Ну и приобретая этот конструктор, вы бонусом получаете чертежи. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про социальные сети. Про нашу группу ВКонтакте, она самая активная. Также для вас работает форум, где вы можете пообщаться, найти себе друзей или спросить совета. Ну и, конечно же, ждем новых моделей, новых идей на нашем канале. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!